Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил готовность учебных заведений поселка Горки-10 к 1 сентября. Он пообщался с коллективами местной школы и детского сада номер 51. Также парламентарий встретился с коллективом многофункционального культурного центра в поселке Горки-10. Особое внимание он уделил культурной программе, которая запланирована в новом учебном году, и проинформировал коллектив центра о грядущих выборах губернатора Московской области. Оба мероприятия прошли в рамках программы «Подмосковье. Территория перемен», направленной на решение актуальных вопросов, занесенных в народную программу партии и реализацию губернаторских инициатив.